Итак, сегодня 18 июня, пробуем наш пресс, класс 46. Так, начало не очень далеко, уехал он, я не успел подойти, но сейчас маленько расскажу, будет возвращаться, попробую снять все как положено. Маленько замучил он нас по электрике, у нас оказалось две фишки. Одна фишка на габариты поворотники, вторая фишка на подключение зуммера на обмотчик, которая. Парит это так. Далековато он от меня. Ну вот еще один выгрузил рулон. Запустилось поле по траве. Вот сейчас заросли вот такого, блин, трубки. Пытаемся сейчас все это скосить, убрать. И осенью, наверное, что-нибудь подсеем. Вот такой получился у нас рулон. Не знаю, против солнца не передаст, наверное. Но много вон иван-чай этот. Ну, это себе. Я считаю, что нормально. Ну, не знаю, как цвета передаст, но вот здесь вот все как бы зеленое. Нормально, не под дождем. Я бы сказал, что 250 точно есть по плотности. Ну, чуть-чуть середина здесь вот. Нет, плотно все. Я считаю, что все намного лучше рулон получается, чем... Ага, чуть забивает. Подборщик, приходится останавливаться, ему про... Гребать все, маленькие обороты даст. Ну, он первый день сегодня работает. Так что я ничего не могу сказать, что плохо, хорошо. Я так понял, что сейчас уже рулон снова готов. Что-то он не очень большое расстояние проезжает и уже... Готов рулон. Угу, водружает. Потом пройдемся, посмотрим плотность рулонов, то есть сравним. Примерно где-то он возле нас, может чуть подальше, должен уже обматывать. Я так маленько рассчитал. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот. Не дошел до нас. Не знаю, 50 метров он проехал и снова остановился. Что-то я думал, что с ряда будет 1-1,5 рулона, а это он уже второй выкидывает. Значит, мы прошли
Один, два, третий ряд не полностью. И у нас получилось, сейчас скажу. Раз, два, три, шестой он выгружает. Выгрузил. Ну пройдемся, проверим плотность рулона. Посмотрим. Ну. И мои ощущения такие, что по 145-му ПРФ, который наш 145-й пресс, чуть меньше рулона. Или они там банки лучше отматывают. У нас были волосатые такие рулоны. Посмотрим сейчас. Я думаю, что нитка закончилась у него. Так, да, поменяли мы там, нитка кончилась. Сейчас он включил. Обмотчик пошел работать. Не знаю, слышно, не слышно, как обрезает нитку, но громко, ножи. Что-то у нас манометр, мне кажется, врет, потому что ВОМ останавливается. Так, вот у нас 4 рулона здесь как раз. Про посмотреть. Но 200, не знаю. 250, мне кажется, блять, точно есть. Середина вся замотана четко. Так, вон еще один. Попробуем. Меньше они, мне кажется, 145-го как бы выглядят. Но
плотнее замотаны, блин. Ну, как-то вот так.